Всем привет! С вами канал Артмани. Все перегородить. Все. Где Дима был? Где Дима был? Дима на барахолке был. Да? Да. Да? Да? Ну что? У нас жара, солнышко. А тут целых два квартала. Да? Да, Сима? Да? Все, пойдем. Пойдем. Пришли мы с Димочкой домой. С барахолки, зашли еще на рынок, купили рыбу для копчения, будем на даче коптить завтра. Вот, куриные голени купили тоже, хочу попробовать закоптить. Вот, ну и на барахолке мы купили только книжки, купила такую для энциклопедии для мальчика. Вот, она довольно старая, здесь все подробно, хорошо описано, 94-й год, я думала, даже меньше. Вот, здесь все очень хорошо, электрика, там все такое. Я думаю, Диме это со временем пригодится. Также купила я русский язык. Вот. Я собираю сейчас старые учебники, готовлюсь к школе, чтобы ребенок, как бы это объяснить, в школе, чтобы у него были учебники именно старых образцов, именно СССР. 84-го года, кстати. Потому что мне кажется, что именно в них все подробно и понятно описано, чем, допустим, сейчас, которые учебники вот продают, особенно в школах, говорят, что там нифига ничему не учат. Поэтому вот я сейчас собираю такие учебники. И русский язык, 5-6 класс. Там справочник, по-моему, просто тут он, да, немножко он рваненький. Они... Ладно, ну, даже немножко. Вот. Ну да, достаточно такой рваный, но что-то, какую-то подобную тему, я думаю, можно найти здесь и нормально ее прочесть, понять ее. Потому что многие темы я уже сама не помню со школы. Вот. Вот так, допустим, имя числительное, все тут описано. Хотя тут, да, слушайте, ба, да тут вырезано сколько. Ой, кошмар. Я еще мужчине оставила номер телефона свой. В надежде он сказал, что периодически ему приносят. Не знаю, может, где-то он, почему именно ему приносит, непонятно. Такие вот учебники, и в случае чего он мне позвонит. Потому что я хочу найти учебники именно 60-х годов. Вот, то время, когда была, когда родилась моя мама, потому что, ну, мама рассказывает, что там в тех учебниках было написано вообще все очень просто, очень понятно. И они со школы приходили домой и сами делали уроки. Вот, так. Также я купила лекарственные растения. Это, по-моему, 5 рублей стоило. Где-то так. Ну, они все книги по 5 рублей, вот эти по 30, а те по 5. Ну, вот там какие-то картиночки. Я это очень люблю. Лекарственные растения. Мне это очень нравится. Эти картиночки мне очень нравятся. Вот. Также я купила книжки. Они были тоже по 5 рублей. Вот. Причем я начала выбирать. И потом подошла еще женщина. Начала выбирать. И та бабушка, которая их продавала, начала на нее кричать, мол, уходите отсюда. У меня вот девушка сейчас точно все купит. А то вроде я тоже хочу. И я поняла то, что, блин, надо срочно брать все в руки и покупать. Иначе я просто не успею. Ну, тут красная шапочка, они все книжечки очень хорошие. Мне понравилось. Просто хотелось именно, чтобы такую вот маленькую книжечку ребенок взял, полистал, красочные картинки. В магазине я такого не видела, честно. В Ашане, сколько я была, вот в других. Именно вот, ну, такую маленькую, красочную. Недорогая книжечка, если уж он ее там решит порвать, то не так жалко будет.
Вот. Не потому что, конечно, мне там то, что нет денег, я не могу купить ребенку нормальную книжку. Нет, деньги у меня есть, но просто мне хотелось вот именно книжку старенькую, чтобы такая, знаете, наших годов, моего детства. Вот, например, да, вот как вот это вот, 89-го года. Вот она. В принципе, они даже вот эти вот книжки, она антиквариат. Антиквариат, короче, читается. Вот. И на Авито я видела эту книжку за в районе 100 рублей, 300, что ли, вот как-то так. Ну, поэтому я решила взять. Здесь, конечно, постарше, здесь красивые картиночки. Их можно перерисовать потом ребенку. Вот, я люблю, честно говоря, я люблю вот книжки именно вот нашего детства. Более старые. Здесь вот тоже вот такие-то. Вот они, все красиво, все, мне нравится. Вот, ну, посчитала она мне гораздо поменьше. Здесь какой-то, тоже можно потом раскрасить ему. Все это можно перерисовать. Так, здесь что-то залеплено. А, там что-то раскрашено было. Другая, вторая такая же была, там тоже было немножко раскрашено. Вот. Ну, вот эту я не хотела брать, но она вроде возьмите, возьмите. Вроде, я думаю, ладно, надо бабушкам помогать. Вот, там столько хлама продают, вот реально, там, блин. Я шла обратно, думала, как бы, думаю, сделать так, чтобы этот хлам весь перестали продавать. Я думаю, это вот сейчас вот делать, кстати, там помощь бабушкам, там парни зарабатывают деньги, может быть, на Ютубе или сами, наверное, зарабатывают и скупают у них там всю еду, там, ну, еду в основном, которую там консервы, все такое. Я думаю, вот взять бы, думаю, скупить вот эту вот всю одежду, барахло, отдать куда-нибудь нуждающимся, чтобы бабушки не стояли вот на санцепёке, она там несколько часов стоит, пытается продать, хотя, в принципе, эта одежда недорогая, там, по 10, по 20 рублей, по 100 у кого-то, по 150, там, я не знаю. Думаю, интересно, тогда в следующую субботу кто-нибудь выйдет или нет? Мне интересно. Мне кажется, выйдет, но меньше народу. Вот, выйдет уже, наверное, с посуды, там, посуды мало. Одежды, вот всякого барахла много. Вот. Причем, в принципе, одежда такая довольно чистенькая. То есть довольно нормальная. Так, тут что? А, тут я купила открыточку. Мне очень давно хотелось открытку. А, времен СССР. А здесь ничего не написано. Что-то такое. Вот, и... А, ну вот он. Серп и молот, этот знак. Вот, не знаю, мне очень так хотелось ее... Были открытки у женщины, бабушки. И я взяла вот одну. Она еще какую-то предлагала, я отказалась. Говорю, не надо мне лишним, хлам лишний мне не нужен. Вот, ну и вот здесь тоже вот они, картиночки. Здесь вот мне понравилось то, что картинки мелкие, можно их раскрасить. Все-таки вот, вот здесь вот картинки покрупнее, и раскрасить их довольно долго. Ну не знаю, хотя может быть ребенку и... Большие, может быть, и нормальные. Не знаю, я бы не стала раскрашивать. Я люблю помельче. Вот. И тут также написано про апрель. Что-то там, правда, это месяца у нас. Вот. Какая-то, правда, она немножко грязненькая. Но они немножко, кстати, пыльные, я заметила. Видимо, они у нее лежат уже довольно давно. И они, скорее все хотят избавиться. Вот. Ну, в принципе, я их протру, уберу, и потом ребенок будет перелистывать, читать. Ну, просто правда, такие книжки не найдешь в магазине по отдельности. Там продают хорошие, большие. Ребенку сейчас не настолько интересно перелистывать большую книгу, где куча текста. Ему хочется больше с картинками. Вот, например, да, вот. Где вот типа вот такой вот Белоснежка, вот она наших времен. Ну там какого года у нас? Года. Года. 2003-го. Ну да, она это, постарше. А вот это вот, наверное, поменьше. А, ну, где-то так, ладно, 2002 тоже хорошо.